Всем привет, пятничный рынок у нас сегодня. Вот Татьяна снимает тоже время. Привет всем. В общем, я сейчас вам чуть покажу, как тут на базаре, кто не был еще на пятничный. Не знаю, как она будет покупки делать, потому что она снимает. А, ты фрагментами, да? Да. Черешенка, желтенькая. Начинаем покупать. Некадар. Таня, ну. Кило, кило, на когда? Кило, он тут 5. Ну, тут, что вам кило. А Таня? Угу. 35 лир кило, короче. Вот тут бэш 5, вот тут 30, вот тут бэш 35. Я желтую люблю. Она в основном всегда черная такая, знаете, она меньше лежит, видимо. Здесь она желтенькая, одна в одну, прям хорошая. Дышать нечем летом здесь. Хорошо, что его перенесут по 20 лир арбу. Хорошо, что перенесут на улицу. Да, тебе что нужно? А, мне нужно яблоко. Да? 50 абрикоски. 10 лир подавленные абрикоски. Я не знала купить арбуз. Вот эти офигенные. Помнишь, мы брали арбуз, да? Пембеки по 30, пембеки подорожали, развели. Пассифлора 100 лир кило, классная цена, кстати. Хорошая цена, штука 150. Кивано называется. Кивано? Похоже на огурец. Так, где вишня? Нет, это не вишня, это черешня. И это черешня. Смотри. Как дома, друзья, только дома. Есть слегка красненькая. Уже черная хотелось бы взять, но чтобы она вся была черная. Хочу. Вот такой движ Париж, друзья. Людей много, да, рынок вечерний. Финальный. Что? Ничего не слышно. Жарко, тут дышать нечем, блин, я уже мокрый весь. Он бэш. Он бэш. Мне. Таня, надо? Не, я не буду. Ты не любишь черешню, да? Гермилира. Она хорошая, видите. Ну, есть вот, может, зеленоватая, но, друзья, за такие деньги это... Даже если половину придется выкинуть, это все равно дешево. Гермилир. Черешню обожаю, я черешню вот покупал сколько, 3 килограмма, по-моему, на рынке в понедельник, все, я ее уже все съел. Слушай, я ее обожаю. Точки ордерин? Супер, спасибо. Так, брокколи, наверное, дорого стоит, я думаю. Боже, он мне наложил, наверное, тут 1,5 как минимум килограмма. Тань, брокколи не спрашивала? Спроси брокколи сколько, я не знаю. Кило или сколько? Поняла ты сколько? Ед Миш. Опять Ед Миша. Он мне продал, я ему даю. 65, что ли, я не помню. Близко. Близко забрал. Так. 75, да, Тань? Сколько? Вот тут... 35. Это да еще одно. Блин, так неудобно снимать и покупать, конечно.
Я думав, що на одна ближче кілограму, ні, так я на одна, десь полкіло, 600 грам, мабуть, не більше. У мене ще й здача, друзі, 32 ліри. О, Боже мій, осторожно здесь ходіть, тому що тут мокрий, коли поли, можна поїхати і вбитися тут нафиг. 12 либо 14 июля рынок будет на улице. И слава богу. Почем Таня берет? Ой, блин, офигеть. Такие крутые яблочки. Офигеть, я хочу. Берем. Я хочу. Яблоки. Купил можно. А, помидоров хочу еще. По МДК. Шестьдесят черешни. Персик по... А что, подорожали персики, они же заканчиваются, что нектарин персик 70. Блин, а инжирного больше и нету, друзья. По 30 черешня. Хорошая, как по 15 за. Дыня 20 лир кило, арбузы 20 лир кило. А что, подорожали арбузы, а чего? Кило 20 уже. А спроси, чего они подорожали. Блин, ну по 10 и сразу бах и 20. Ну как это? Вот два раза взяли и удвоили цены. Ну что за... Подорожали вам подорожали. Ну два раза, ну как это? Что это такое? Масло такое. Яйца 4 лиры штучка, домашние вроде как. 30 лир абрикосы. Ой, тут невозможно, друзья. Боже, как они находятся здесь целый день, я не понимаю просто, блин. Я реально, у меня темняк как в сауне течет просто вообще. Я... Как они здесь стоят? Я... Они не мокрые даже. Наслаждайтесь, пока Таня покупает, наслаждайтесь. Тоже блогером стань. Да. Так, давайте я пока что-нибудь вам покажу. А что вам показать, друзья? Ой, когда ходишь, еще как-то воздух движется. Когда стоишь, невозможно просто. Такие вот персики маленькие, по 20 лир. Они, кстати, они очень классные. Они вкуснее все равно абрикоса, потому что это персики. Персики. Такие. 20 лир. Я в Херсоне любил покупать такие небольшие персики, они очень вкусные. Все равно они не абрикос, они персик. Да. Цена бомба. 25 абрикоски, 30 абрикоски. Яблоки мы такие вот взяли по 15, здесь по 25. Они такие же того же сорта, только чуть крупнее просто. Так, а кто это все мне домой понесет? И опять же я не купил еще даже помидоры, ё-моё. Вот, пока Таня арбуз покупает, я купил персик. Смотри, какие. Ты любишь персики? Да. По 20 лир. Почему подорожали, ты не спросила? Сколько стоит арбуз? 100 лир, что ли? И дыня. А, ну так. Ну там сколько? 1003.
сказав, то ні. О, не можу. Таня, а ти все или ні? Я не знаю. Привет. Здравствуйте. Место встречи изменить нельзя. Слушай, а ты не мокрая? Мне не жарко. Ну ты даешь. Саша, мы с тобой тут. Саша, как жизнь молодая. Нормально. Есть! 2 кг. Все хорошо. Лишь бы закончилась война. Да. И Игорь сюда приехал. Да. Игорь, привет. Мама, которую нельзя снимать. Нельзя, нельзя. Ладно, позвоню, поболтаем. Давай, давай, звони, ну хоть когда-нибудь. Не, позвоню, конечно. Давай. Тань, что тебе еще нужно? А помидор, кстати, хороших не так и много. Я инжира не вел, клубника первая сегодня, 50. Показывай, люди любят клубнику. Какая-то она темненькая такая. Клубники что-то нету сегодня, короче. А, лимоны, 70, друзья. Фреш-контент. Лимоны 70, я не знаю, что происходит, потому что они были по 5 лир, по 10 лир. Ты цену на лимоны видела, Татьяна? 70 лир. Ты прикидываешь? О. Вот вы говорите, что он скидки не делает, а вы требуете скидки. Требуете, не зря же вы к нему приходите. Да, мы его знаем много лет уже. Две уже, два объектива звезду снимаем. Ой, как вы тут стоите, я не представляю. Как вы тут стоите, боже мой. Куплю помидоры возле дома, потому что у меня уже просто сил не было. Друзья, ждет вас их сан напротив Перла Платина. Все-все сладости. Да, она надо... Да, ну капец тяжеленная. Вообще. А? Дышай, купи. Надо выходить, а то меня тут вырубит через 5 минут уже. Я не могу, блин. Тут майку сушить теперь час сидеть. Просто невозможно вообще. Раз. Таня, что так вот? Все, Штюрезрин. Все, пойдем, пойдем. Я уже ничего не хочу, потому что тут просто можно реально офигеть. Ну тут примерно как у меня в квартире, когда у меня в квартире 36 градусов. То есть тут где-то 34, сейчас не меньше температура. Тоже 20 арбуза, я не знаю, вот это вкусно. Нужно 60 клубника, клубники очень мало сегодня, вот 70 клубника. Инжир 50 лир кило, супер цена. 30 клубника, друзья, хорошая цена. Не знаю, инжир дешевый, фу-фу-фу, чтобы не злазить. Вот по 10 арбуза слева. Таня, как всегда, не ищет дешевых. Таня, я видел арбузы по 10 лир. Персонские, полосатенькие. Боже, я не могу здесь. 50-60. Уже свежие скоро будут, потерпи. 40 перец капель. Наверное. Да не надо, подожди. Давай только быстрее. Друзья, я не могу здесь находиться, поэтому я ухожу отсюда. Это просто, вы не представляете. Ну реально 34-35 здесь температура. Плюс высоченная влажность. Вау. Это был рынок пятничный. Еще раз напоминаю, что со середины июля он будет проходить здесь же, но на улице. На улице, как он был в 2019 году и раньше. Помните? Фух. О, блин, забыто. Это как муниципальная полиция. Кстати, ее можно вызывать, и когда загрязнение воды вы увидите в море. Все, мира, добра, позитива всем. От имени Тани я с вами прощаюсь. Еще не могу. Не могу ждать Тани. Вон она идет. Ладно, дождемся. Ах.
Только подсох немножко, пришел к Чаадаш, весь был почти насквозь мокрый, только высох, пришел сюда опять. Хасан Йылмаз. Чем-то на Демурата похож, посмотрите сбоку. Сказали мне, что Моргенштерн приезжает 5 или 7 июля, не знаю точно куда. Все, Танечка, скажи пока всем. Всем пока. Пока.